Да нифига. А почему у меня отключилось все? Что-то я задел. Вот только вас сейчас видно первый раз. А теперь нас видит. Да? Что-то я не вижу никого. Не, я вот только там на дороге как увидел. Знаешь, что я иногда замечаю? Что? Того, снимаешь? Да, лишнее не говори. Как и вы. На самом деле мы сейчас идем ночью. Да. Береть его. Да. На пикник, ребят. На пикник. Вот такой у меня есть фонарик. Впереди битый. Классный. Подогнали мне. От кабанов, да, если от местных гопников. Если кто напал, всегда можно. А что, тут разве местные гопники бывают? Да нет. Ну, слава богу. Так, я пока... Что вы решили? Вы здесь? Ну вы-то в резиновых, идите так. А мы здесь пойдем тогда с Сашкой. Так а ты забыл, что ли, эту дорогу? Не, я просто думал, что мы... Еще не дошли. Пойдем. Ну что вы там? На детство, ёлы-палы. Что она так шлёпает по ней? Не утонули? Нет. Я, кстати, не помыл его, смотри-ка. Ну вообще отлично. По-моему, дождь начинается. Или это с деревьев капает? Туши фонарь. Видишь, вон в траве. Вон. Не, на телефон. Не, видно, еле видно. Впервые вижу светлячок. Еле. Вот эта точечка, это светлячок. Я впервые вижу светлячок. Сейчас. Ничего. А, он на бревне сидит. У меня тоже фонарь есть. Ты можешь на него посветить? Да не на. О, уронили. А, выключите, вон. Вот. Вот он валяется. Легко найти ночью. Вот он. Стоп. Это что за гусеничка? Это он? Вот да. Это светлячок. Вот он. Выключите. Выключите. Вот он. Вот он. Включайте. Включаем, тут вот такое вот. А вон такая червя. Ну как, впечатление ночью? Вообще, это супер, просто ночью гулять по Веретьево, это самое... Это самое угарное. Да просто ну полезно. Погнали дальше? Конечно, пойдемте дальше. Это он, да, это он так высох. Так надо. Вот по этому бревну всегда лезли. Слушай, вообще шикарно. Ну как там? Хорошо все. Ого, неужели мы это прошли? Да. Конечно, вы что, ребята? Вы как первый раз. Потом... Царь на вас тоже угорать будет. Скажет, вы чё? Как мы тогда с Мишей
заблудились, да? Он говорит, ну ладно он, а ты-то что, ты здесь постоянно ходишь. О, дождика. Серега, повернись. О. Да не, просто для истории. Светит так. Да. Ну, как все уже поняли, мы идем в аллее. Я видео включил. Давай, снимай. Да. Идем мы с очком большой-большой степень. Во. Слышь, тут как дискотека. Мне кажется, у меня объектив залил водой. Серег говорит. Я слышу. Да. Так только хоррор снимать. Вот когда фонарь вот так дребезжит. Опять я режим пропустил. Слушай, если бы хорошую камеру, Серега бы был как в страшном фильме на обложке. Ну да. Знаешь, такой, тут идет такой с фонариком, то есть там есть освещение, ага. А сзади тень. Круто вообще было бы. Так. Бега, кстати, не слабый. Ну да. Но мы, если что, дошли. А, мы дошли, да. Мы дошли. Ну а чё вы встали-то? А? Давай. Простите, я уйдёте. Я бы так фиг одна пошла. Не, я бы пошёл. Я с кабанятами, знаешь, как связывать. Да ты их не зови. И они не придут. Мама ласка, да, такая? Так, надо хоть себя, что ли, запечатлеть. Что-то вообще ничего у меня не видно, ребят. О, смотри, они. Ну что, господа? Угу. Можем посветить, если что. Я, в принципе, не знаю, я туда не пойду. Вы сами смотрите. Я там была. Да. Вообще пришла. На другое. Не, все-таки у меня... Ну-ка, как вас видно? Не, вас нормально видно. Давай, подожди. Это глаза такие. Не, вообще круто. Я сегодня отсюда что-то ковры свернули. Хотя вон ковер есть. Нет, я имею в виду вот этот вот лежит здесь. Ну ладно. Да. Ну что, идем туда? Или что? Конечно. Конечно. А? Я не знаю. Вот там оставили. Где-то там? Твердый.
Ну что, как лучше нам пройти? Вот здесь, да. Иди вперед, Серег. Может. Что-то. А, ну да. Надеюсь, последний раз был 2 января. Да, давай, Аня. Ну да. Может, его уж нету? Чайник в столе стоит. Приходит, все мне ставят. Я не знаю, где он. Домой уехал. Вот так вот. Пришли, а никого и нет. Да, мы тут в гости. Мы просто так пришли. Заперто? Как ты... Да нет, я имею в виду просто они ночами бывает ходят, он тогда говорил. Ну чё, всё, хоррора не будет. Это... Давно мечтали побывать в Веретево ночью. Что за молчание? Я не знаю. Как не могу? Не. Не видно? Так не видно. Вот только так. Но единственное, глаза. Видишь, вот пока так не включишь, вас не видно. Зарядили все бокалы. Не знаю, я зарядил. Вы не знаю. Все зарядили, кроме одного человека. Че ты? Тебе посветить? Чем вы заряжали? Это тоже, Саш. Давай. Опа. Ну что? Я не знаю. Ну я пока люстры побуду, что делать? На здоровье. Можно куда-нибудь завалить? Сейчас. Мне вон брось как чашку вот в эту, в железную. Я крепкий люблю. Брось? Да. Брось. Серёга, ты держишь? Мешаешь? Да я сейчас дома вышку. На чё это получилось? Это чё такое? Мука? Это сахар. Сахар. Не знаю, сразу все такие, что это такое? Таракан на таракане сидит, да? Более удивительно. Не знаю. Нет, наверное, какой-нибудь клещ таракани. Да фиг его знает. Сразу припоминается. Хрен с ним. Какие я вас не звал? Я не знаю. Наверное, потому что, типа, такая местность. Ну, местность похожа. Я вас не звал. Я вас не звал. Идите на три буквы. Ну и что?
Одна сосиска осталась вон света. Нормально. Одна сосиска, тоже сосиска. Давай, приезжай. Закрывайся. А тебя не видно. Все равно. Да и так турист в каждом роде почти показывает в интернете. Не, не, ну возьми фонарь с собой. Да это... Ну что, вы тут будете сидеть? Я вам фонарь оставляю. Ты тут будешь? Не, а вы на мостике и потом туда. Да сюда. Сюда же. Да ты-то спи, мы-то что тебе? Мы тебе не мешаем. Тут все равно кроме нас никого нет. Смотри, пригодились, серьезно. Я думала, все, их больше никогда не будет. Фига, они у тебя лакированные. Так они этот, резиновые. Это резиновые. Это резиновые эти. Резиновые верх. Правда, не. Ну что, ты спать не будешь или что? Нет, я посижу. Что, тебе оставить свет? Пусть горит. Пойдем, сходим. Где? Чего у тебя там? Там не обязательно выключать, включать. Там можно просто сидеть, чтобы не было дождика. Да. Ну это двери. Блин, меня назад тянет. Так, короче, Серега, идешь за мной след в след, не дальше, как говорится, ни вправо, ни влево. Ну под. Подождем, а то он без фонаря будет. Это Александр все там вот снизу. Ну да. А как ты хотел? Я обалдел, Жизу. Беги, садись, давай, давай. Ладно, погнали. Господи, мне, может, мне кланты висит? Я сидел, когда услышал. Я сначала подумал, что это показалось. А потом сказал, что... Серёг, ты уходи, бля! Ну вы где? Я просто это слышу, человек. Это. Теперь самое главное, не воткнуть никакую тварь на камеру. Ты, тварь на камеру? Ну, призрак. Да ладно тебе, не ругай ты их. Ладно. Вот сюда не упадете. Прошли? Угу. Я так. Конечно. Я уж снимаю с этой. Так, вырежусь. Вырежу. Ой. Так, аккуратно. Серега, блин, прям. Тихо. Тихо, тихо. Это, здесь с горки. Осторожнее. Что там понесли? Сейчас. Ты еще палишь. Другой Александр. Ладно. Ну что, мы до речки пойдем или что? Я помню, в детстве их вообще боялся. Вот таких именно. Я здесь еще не огромный. Постарались вообще инцидент произошло. Тарантул, короче, на глазах у всех туристов решил съесть крысу. Ну что, куда пойдем дальше? Так, ты. Я не туда, а ты стой вот так. Идет съемка. Ну, уже?
Мне опять сказать нечего. Я второй день не знаю, что в камеру сказать. Церковь видно? Плохо, да? Вообще не видно. А вот я сейчас... А вот ты сейчас у меня это... Вспышка была. Камера здесь не видит, а это все. Вот, видно ее. Снимаешь ты, да? Да, он снимает. Да не, даже на таком увеличении еле-еле что-то появляется в камере. Не, я знаю, что тут еле появляется. Ну что нам вам сказать? Угу. Иди вдвоем нам будем хорошо разговаривать, да. А то ни одной мысли. Давай. Чем? У Марии много мыслей, она сейчас расскажет. У меня нет ни одной мысли на камеру. А почему? Не, вы с непривычки все камеры боитесь. Я вначале... Когда у меня в одноклассниках только камера появилась, я тоже два слова на нее не мог связать. А сейчас я могу. Ну что, мы гуляем ночью, попили чай. Да. Дискотеку устроили. Такую, блин, где она? У нас тут фотосессия. Чай попили, с царем поговорили. Походу, скоро стану царем. У тебя есть перспектива. Не царевной, не царевной, а царицей. А это вообще не обговаривается. Я тут на работе как-то это, ну не я конкретно, а ребята там девкам предлагали, хочешь царицей стать, есть перспектива. Все что-то в отказ. Вот так вот. Нет, ладно, туши пока. Цветов-то сколько! Кроме ключи, там... Да это понятно. Ну там, кстати, это... Тускло светит. Опа. Да и при чем тут? Я не вижу ничего после фонаря. У меня же зрение-то не очень. Так. Тихо. Все, я потерялся. А. Ну вот, все. А? Не, ну совсем темно. Так а как ты увидишь-то? Да я это увижу. А. Ты уже приготовил твои мозги. Заблуждаются
может быть, ища Бога и желая найти Его, потому что, обращаясь к делам Его, они исследуют и убеждают со зрением, что все видимое прекрасно. Но и они неизвинительны. Если они столько могли разуметь, что в состоянии были исследовать временный мир, то почему они тотчас не отдали Господа Его? Мне более жалко теперь и надежды их на бездушных, которые называют богами делов человеческих, золото, серебро, изделия художества, изображения животных или негодный камень делал данные руки, или какой-либо древодел вырубил годное дерево, искусно снял с него всю кору и обделал красиво, устроил из него суп, полезный в определенной жизни, а обыски от работы и пожитого приготовления пищи насытился. Один же из отрезков ни к чему не водит дерево тревоги, сучковатый взяв, старательно обрубил на досуге, собственность результата, сделал такого подобного образа человека или сделал подобный какому-нибудь низкому животному, намазал суриком по краской поверхности его и закрасил по нему всякий недостаток и, устроив для него достойное место, повесил его на стене, укрепив железо. Итак, чтобы произведение его не упало, он наперед озаботился, зная, что оно само себе помочь не может, ибо это умер, ему не нужна помощь. Молящий перед ним о своих стяжаниях, о браке, о детях, он не стыдится говорить бездушному и о здоровье взывать к нему, о жизни против мертвой, о помощи молять совершенно неспособное, о путешествии не могущей ступить, о прибытии, о ремесле и о воздухе. Порог со всеми могущими делать руками. А силе просит самое несильное. Началось здесь было крутое вообще. Так. Да. Не, это у нас там, наверное. Да. А мы сейчас шли, мы видели светлячков-то. Он там, в церкви. Сейчас он догонит нас. Ну, у вас там фонарь есть, вы же видите все, да? Ну вы где там? А? А не, оно сейчас светать будет потихоньку. Потому что уже время-то сколько. Опа. Да вроде тишина, да? Угу. Да не, никого. Ложная тревога. Думали, там кто-то есть, а там никого. На. Видишь, какие-то рубики? Да? Вижу. Смотри, в чем проблема. Видишь, ее не видно. Да я знаю. Пошли.
Да нет, вроде никого. Слушай, что, это вот похоже, ты тут сидел, напивал? А? Так. Нет, он тихо сидел. Значит, мне что, глюк вот? Слушай, я не знаю, но там нет никого. Ну что, все готовы? Пока еще, я не очень. Я опять у вас побуду люстрой. Угу, как всегда. Уже который раз. Третий, наверное, четвертый. Так, вот по мне что-то ползет. Это... Да, это муравьи. А, муравьи принялись изучать вот все. Что это тут такое? Ну что, все собрали? Да. Да. Я ничего не вынимал с этого. Вот. Ну, кроме пауэрбанка. Я уж и забыл, что у нас вода. Че вода? Да вон у Сереги бутылка. Так, ладно. Все? Ну да. Че, погнали тогда. Ну, ладушки. Ладно, Санек, давай. Счастливо. Давай, всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. Опа. Ну че, выходите все. Давай, всего доброго. Давай, не робей, найди себе женщину. Квартира есть, коты есть, теперь женщина. Вот так. Так. Не, я вот здесь пойду. Да, тут? Пошли здесь. Да здесь, там больше по кустам лезьте. Я вот здесь всегда люблю. Ну что, ты здесь? Вы идёшь там? Конечно. Да ладно. Ну чё, круто, да? Это шедевр. Это просто. Сейчас домой, когда сядем в машину, встретим рассвет. Ну так и будет. Подожди.